Добрый день, друзья, уважаемые подписчики канала «Стройгарант Анапа» и те, кто заглянул на наш сайт только что. Сегодня обзор дома. Он скромный, небольшой, но очень интересный. Друзья, цену дома обязательно озвучим в конце, либо позвоните по телефонам, указанным на нашем экране. Вперед идем знакомиться. Дом двухэтажный, 106 квадратов. Он в предчистовой отделке. На этом этапе его уже можно купить. Хотя, если вы хотите приобрести дом в полной отделке, именно 106 проекты в стрелке еще есть. Что на территории? Электричество 15 киловатт подведено к каждому участку. Водопровод уже есть внутри дома, на участке. И в процессе строительства ваш шикарный индивидуальный септик, друзья, его можно в данный момент вот пронаблюдать все этапы строительства. Работы идут фундаментальные. Поселок Стрелка, ЖК Встречный. Я думаю, что вы обратили внимание, что все дома в этом ЖК отделаны в едином архитектурном стиле. У каждого ЖК есть свой стиль. В данный момент это белая и серая отделка штукатурки Баумит. Красивые серые графитовые крыши. Друзья, что можно увидеть на фасаде? Это керамогранит на ступенях, такой же красивый серый. Нет навеса, но соседний дом тоже 106 проект. Вы можете посмотреть, каким может быть красивым навес над этим крыльцом. И отмостка метровая, она по периметру всего дома. Дом в процессе строительства, как мы уже сказали, по этой линии, которая выходит на соседей, посмотрите, на стене нет окон, и отливы еще не установлены, но уже для них есть отверстие, отливы будут установлены в процессе. Здесь же идет строительство септика, друзья. Отмостка очень широкая, можно прогуливаться вокруг дома. Мы подошли к террасе, но и виды отсюда чудесные. Если посмотреть слева, здесь очень громко поют птицы, красивая лесополоса, то есть зона природная. Вид на теплицы, в которых выращивают арбузы. И, конечно же, здесь начинается ваш участок, он 5 с лишним соток. А терраса в данном доме 24 квадрата. Классная широкая терраса, без навеса. Кстати, навес еще не установили, даже соседи наверняка наслаждаются красивым, шикарным, теплым кубанским солнцем. Достаточно просторная, светлая, теплая терраса, друзья. Выход на нее из дома, это второй выход, он из кухни-гостиной. Здесь мы видим панорамные окна, отдельно дверь. Друзья, на террасе уже есть выводы под розетки, она будет защитой от влаги. Есть вывод под осветительный прибор, выбирать его по вашему желанию. И вид, еще раз повторюсь, террасы просто замечательный. Дорогие друзья, сейчас покажем вам дом внутри. В данный момент в процессе идет укладка теплого пола. Вы как раз можете проследить процесс, этапы этой укладки. В дом ведет красивая графитовая дверь, серая, посмотрите. Она металлопластиковая, снаружи серая, внутри белая, это очень классно. Идемте внутрь. Друзья, прихожая в доме 3 квадрата. Будем ходить очень осторожно, чтобы не повредить то, что делают строители в данный момент. Теплый пол не укладывается только в спальнях, друзья. И прихожая, и коридоры, и кухня-гостиная, теплый пол есть. Здесь же будет электрический щиток. Управлять светом в ваших домах можно будет отсюда. Но посмотрите, выводы под радиатор тоже есть, параллельно с теплым полом. Есть выводы под розетки, выключатели. И здесь же уже проложены, посмотрите, трубы сантехнические для второго и первого этажа. Что на первом этаже дома? Из коридора мы можем попасть в санузел, в одну спальню и в кухню-гостиную. Посмотрите, вот в этом месте будет установлена лестница, ее в данный момент нет, но будет очень красивая, поверьте. Посмотрите ролики с уже готовыми домами. В данный момент покажем вам санузел, что сделано на этом этапе. Теплый пол также продолжают прокладывать и здесь. Для санузла теплый пол это очень важно. Посмотрите, еще нет отделки стен, но уже видно, что выводы для водопровода, все это будет герметично, не видно. В данный момент можно проследить качество укладки. Также под сантехнику есть выводы канализационные, есть вывод под радиатор дополнительно с теплым полом. И, конечно же, стекло, в котором будет незаметно, как вы принимаете ванную, с видом на фасад, друзья. Спальня на первом этаже 11 квадратов. В данный момент уже заштукатурены стены, друзья. Есть выводы под электроприборы. Уже видно предположительно, как здесь можно расположить мебель. Посмотрите, вывод под осветительный прибор. Проводка вся проложена. Качество проведения проводки тоже можно увидеть на этом этапе. В данный момент розетки с розеткой под ТВ. Посмотрите, все здесь предусмотрено. Наверняка здесь будет кровать, зона ТВ и прекрасное окно с видом на фасад.
из спальни попадаем в кухню-гостиную. Еще раз напоминаем, что дом в процессе строительства. Приобрести его можно на данном этапе, либо купить такой же уже в полной отделке. Что мы здесь можем наблюдать? Зона кухни, укладывается теплый пол. И все выводы, электрика по всему дому проложена. Смотрите, уже есть уголочек, в котором будет установлен котел. Котел на газовом топливе, друзья. Напоминаем, что в границах данного участка уже есть газ. Он дошел до границ, осталось хозяевам только завести его вовнутрь. Что еще здесь есть? Выходы под розетки, под выключатели. В правом углу, предположительно, расположится раковина, хотя как-то сдвинуть на метр направо-налево вы можете сделать самостоятельно. Осветительный прибор, вытяжка, все в данной зоне кухни обязательно будет. Если продвинуться в зону гостиной, что можно увидеть здесь? Никаких лишних коммуникаций здесь не проложено. Это зона отдыха, где можно принимать пищу, отдыхать всей семьей. Наверняка большой стол, либо диван. И, конечно же, есть розетки с зоной ТВ, выключатели и выходы под радиатор. Несмотря на то, что теплый пол будет и в этой зоне, там тоже есть выход под радиатор. И выход из кухни-гостиной прекрасный на вашу шикарную террасу с замечательным видом, повторюсь. Друзья, второй этаж дома мы можем показать вам только на плане, либо вы можете зайти на наш сайт и посмотреть, как будет выглядеть второй этаж. В данный момент это зона коридора, в котором будет установлена красивая деревянная лестница. Цветовую гамму этой лестницы выберет хозяин. Что находится на втором этаже? На втором этаже шикарный просторный санузел и три спальни от 11 до 15 квадратов с видами либо на фасад, либо на вашу зеленую придомовую территорию. Второй этаж будет очень классным, поверьте. Дом 106 квадратов, но я думаю, что для семьи из 3-4 человек и, конечно же, для приема гостей в летнее время. Дорогие друзья, это был обзор дома, двухэтажного, большого, красивого дома в тихом, спокойном месте, поселок Стрелка, Темрюкский район. Если вам понравился этот дом, позвоните, цена меняется, но по телефону вам озвучат актуальное. Стройгарант Анапа, у нас всегда хорошие новости. Пока-пока!